Всем привет, с вами FlixKicker. Сегодня я вам покажу, как можно улучшить свой профиль в Роблоксе и, в принципе, интерфейс и всякие интересные штуки можно добавить. В общем, что мы делаем? Сначала находим программу, которая нам поможет это сделать. Пишем в Google Download Blockstrap. Вот, нажимаем на первый же сайт. Здесь вот есть кнопка. Когда вы скачиваете эту программу, заходим в нее. Здесь, в самой этой программе, здесь есть очень много разных настроек. Это штука, которая позволяет в вашем профиле Дискорда показывать, в какую игру вы играете. Я могу вам сейчас это продемонстрировать, во-первых. Так, мы заходим, например, ну, в любой режим, зайду я в Rivals. И вот, как вы видите, вот тут написано Roblox, Rivals, и вот здесь я играю в Rivals. И здесь это написано в Дискорде в моем профиле. Так, следующее, что мы видим? Закрываем Rivals. Что мы видим? Здесь есть See server location when joining a game. Это когда вы заходите в игру, вам показывают, где находится сервер. Ну, то есть в какой стране. Ну, я не знаю, смотря, если вам это интересно. Вот. Вот здесь вот эту штуку я отключаю, потому что мне как раз она не нужна. Это Don't Exit to Desktop App. Это когда вы, например, нажимаете крестик, чтобы выйти из игры. И если вы не хотите, чтобы оно вас кидало сразу в программу Роблокса, то вы нажимаете эту штуку, и тогда у вас полностью закрывается Роблокс, и вас не перекидывает в программу. И, например, что еще, например, интересно? Вот в mods можно поставить Use All Death Sound. Это у тебя будет типа уф. Это вместо этого нового. Вот, можно поставить курсор, который ты хочешь. Вот, как я уже еще раз таки показывал. Сейчас я опять покажу. Вот. Old Avatar Editor Background. Это показывается. Давайте я открою обычную программу Роблокса. Сама программа. И здесь я вам покажу. Как раз, вот смотрите, у меня курсор из 2013, во-первых. Во-вторых, заходим в аватар, и здесь тоже, там, где я выбираю, что одеть на мой скин или что купить, у меня стоит тоже старая менюшка вот, с 2016. Вот. В общем, Use Custom Font. Здесь можно поставить шрифт, который вы хотите в Роблоксе, чтобы у вас был либо майнкрафтовский, либо золотой. Вот, но эти штуки можно найти в интернете тоже. Так, следующее. Можно выбирать, какой размер букв. Также, вот, иконку можно выбирать, стиль. Ну, вот такая вот штука. Следующее. Какая программа еще подходит? Значит, пишем в Google Download Raw Pro. Download Raw Pro. И вот, вы не заходите вот сюда в Raw Pro, вы заходите в Chrome Web Store. Потому что это как штука, которая добавляется в ваш Google, а это не программа. Вот. Также есть там BTR, там Roblox Plus, есть разные. Ну вот мне, например, вот это вот понравилось. Когда вы ее добавляете в Chrome, тут у вас должна быть кнопка, то она здесь появляется, вы нажимаете. Заходите, и тогда оно у вас подвесит аккаунт, оно появляется сверху справа. Потом, когда вы нажимаете, оно вас перекидывает сюда. Есть Raw Pro бесплатный, тот, который у меня. А есть Raw Pro платный. Ну, конечно, если вы хотите бесплатный, вот там просто вот тут тоже в настройках смотрите, какие штуки вы хотите активировать, какие нет. Тут есть много вот интересных штук. Например, когда. Вот одна из них, например, возле робоксов у вас написано цена, сколько эти робоксы стоят. Пишет, когда у вас друзья последний раз в сети. Есть вот такие вот, например, можно добавить фон у вас в профиле, вас с вами здоровается, будто Роблокс. В общем, вот такие вот интересные штуки. И вот заходите, например, в профиль, у вас также вот пишет вот это, ну, ваш... Сколько вы в Raw Pro уже зарегистрированы. Вот здесь есть кнопка Edit Theme. Здесь можно поменять как раз-таки этот фон. И вы выбираете, какой фон вы хотите поставить. Вот, например,
есть очень много разных фонов, которые вы можете выбрать. Например, мне понравилось вот это вот. Вот я выбрал, сразу можно увидеть, что у вас вот так вот оно стоит. И здесь кнопка «Сохранить». И потом заходите в профиль и видите, что у вас теперь вот такое вот все. Вот так вот красиво. Ну, есть еще некоторые, например, плюсы, которые, например, Quick Play. Есть такая кнопка. Это когда вы хотите поиграть в какой-то режим, и вот у вас сразу появляется вот такая вот кнопка, вот эта вот. Это вам, ну, то есть вы не заходите, не нажимаете play, а сразу одну кнопку. Ну, я не знаю, может, это не очень нужная штука, но это одна из функций. Дальше. Можно увидеть, какие есть, ну, друзья, которые есть и у вас в друзьях, и у другого человека в друзьях. Вот, например, я нажимаю там на, например, вот этого вот челика. Вот у меня написано, что у меня вот есть два друга, которые есть и у него в друзьях, и у меня в друзьях. Вот. Также есть... Ну, вы можете сами посмотреть, какие там есть штуки, но есть там очень много всяких интересных функций. Например, есть также кнопка «Зайти на рандомный сервер». Тоже вот как раз вот есть вот кнопка вот такая, вот это «Зайти на рандомный сервер». В общем, в принципе, это, наверное, все. Я бы вам порекомендовал две лучшие программы. Хотя, можете найти программу такую, как BTR. Она тоже достаточно хорошая. Ну, вот тоже, вот как вот челик пишет, у него есть вот такая вот менюшка, тоже с настройками. Она тоже достаточно хорошая. Я тоже использовал эту программу. Также вы ее находите там же, где AeroPro. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч.